В ближайшие дни подрядчик полностью переходит к внутренним работам. Школу в поселке Савино начали строить в 2017 году. Срок сдачи сдвинули из-за корректировки проекта. Сейчас работы идут без остановок. Еженедельно профильный департамент устраивает выездные совещания на объекте. Заказчик, а в данном случае это муниципалитет, ежедневно следит за строительством. Практически завершается кладка, то есть коробку мы практически все развели. Половина кровли уже выполнена, то есть на готовых корпусах, останется только на центральной части это сделать. В двух корпусах сделан тепловой контур, поставлены окна, двери и смонтирована система приточной вентиляции с подогревом, которая позволяет сейчас уже нагревать корпус. Вот как видите, здесь мы сейчас находимся, уже тепло. Это позволило начать отделочные работы выполнять. Вот сейчас вот в этом первом корпусе уже ведутся на всех трех этажах отделочные работы. Льются полы, штукатурка, инженерные сети внутренние делаются. Эту школу строят для детей, проживающих в поселке. Их сейчас 660 человек. Места хватит на всех, включая дошколят. Две школы у нас имеются сегодня на территории Савинского района. Но одна вот закрыта по решению суда, другая школа. Восьмилетка 38-го года постройки, она практически тоже аварийная. Они будут закрыты, все дети будут переведены сюда. Здесь мы разместим и центр дополнительного образования. Он у нас занимает тоже другое здание, отдельно стоящее. Поэтому мы всех разместим здесь. Обещают, что Савинская школа по качеству исполнения станет едва ли не лучшей в Ивановской области. Здание трехэтажное, сложной конфигурации. Два лифта, множество кабинетов и мастерских. Оборудование предусматривается просто очень широкого формата, как и компьютерное, так и другое. Слесарная мастерская, столярная мастерская есть. Здесь шитье, два спортзала, актовый зал, киностудия. Значит, для дошколят тут спальные места, игровые комнаты. Как бы, я думаю, что это вот пока это огромный прорыв для особенно Ивановской области. Это хорошая школа с хорошим оборудованием, с хорошим обеспечением. Все работы по строительству и оборудованию Савинской школы обещают завершить к лету. Выйти на лицензирование и уже 1 сентября принять ребят. В Родниковском районе, где тоже строят школу, планы примерно такие же. Там сейчас завершается кладка коробки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Савино.